В Чебоксарах разыграли кубок главы Чувашии среди хоккейных клубов. В финальном матче наша команда встретилась с ледовой дружиной из Тамбова. Счет открылся на 6-й минуте матча. Первая шайба в воротах хозяев, но уже спустя считанные секунды чебоксарская команда сломила оборону противников и сравняла шансы на победу. До ухода на перерыв наши хоккеисты вырвались в лидеры. Во втором периоде тамбовчане начали наверстывать упущенное. В хозяйские ворота были заброшены 3 безответные шайбы. Итог матча 4-2. Главный трофей отправился в Тамбов, но у чебоксарцев будет шанс взять реванш. В начале сентября наша команда поборется за кубок губернатора Тамбовской области. Чебоксарским хоккеистам предстоят изнурительные тренировки. Необходимо провести работу над ошибками. Первые матчи, ребята все на эмоциях. Где-то вышли пораньше, выскочили. Судьи сразу это пресекают, дают удаление. Так что вот где-то, наверное, эмоции подводят. У нас много ребят, которые на травме, которые болеют. Сейчас еще вратарь приехал. Я думаю, у нас будет неделя подготовиться к этому турниру. И уже будем оптимальным составом готовиться к этому турниру. И уже выйдем биться на победу.